Лед еще, да, лунки делают, но не ледобуром, камнями. Да, да. Чтоб порыбачить надо. А там на кульсе вообще ловить нечего. Да? Она не оттаяла. Кульса еще не оттаяла? Ну вот, посидели, поехали туда. Думаю, там хоть да не будет. Угу. Понятно, даже здесь надо лед ломать. Да. Ну попытаемся сейчас. Там большой лед, там такими камнями не отделаемся. А там же течение вроде бы. А вот это, там мост где, там что? А я туда даже не доехал. Мы тоже как-то мимо проехали с другой стороны. Ну что ж, удачи, будем надеяться. 10 утра, лед ломаем, чтобы порыбачить. Ну, навели тут порядок, асфальт приподняли. Насыпь новую сделали, так что более комфортно можно рыбачить. А как с рыбой? Ну, по крайней мере, рыбачить можно, рыбу поймать, другой вопрос. Лебеди, ну, видимо, ищут эти гнездовья свои. Кучери свои. А? Ну да, где тут поселиться? Че у вас? Сломали лед, да? Боевые женщины. Поймали что-нибудь? Не, мы только первый заброс. А вчера вас не было здесь? Нет. Ну ясно. А что вчера было? Ну, в воскресенье вчера. Нет, я понимаю, такой великий клёв был. Не знаю, я спрашиваю. Ну, обычно это вчера, говорят, и завтра. Сурки повылазили. Надо ж такое, еще снег, сурки повылазили. Оголодали что ли? Вон они бегают. Ранняя весна. Ну давайте, кушайте травку, если она есть. Вот эта речушка течет. Ну, с рыбой пока еще рановато домой ехать. Спасибо за внимание, всем всего хорошего. Скрылась речка с надписью.